Я знаю, что мне повезет, а еще я знаю, что сегодня был замечательный день. Хорошая погода, солнышко, середина недели, впереди выходные маячат уже совсем недалеко, майские праздники, в общем, все, как вы заказывали. А еще сегодня просто праздник какой-то, потому что здесь в руках у меня 3 пригласительных билета в киномечту, в кино, на 2 каждый. И вчера, конечно, нешуточные баталии разразились в нашей группе ВКонтакте, сейчас адрес вы видите на экране. Если вас там до сих пор нет, бегом нужно туда вступать, делать репост очередного розыгрыша и, конечно же, оставлять свой порядковый номер в комментариях. Ищите, друзья, все подробности в нашей группе, и будет вам счастье, и вам обязательно повезет. Ну что, принцип лото у нас, еще раз повторюсь, что 90 всего лишь бочонков в этом волшебном синем мешке, поэтому сейчас мы будем приступать к самому непосредственно розыгрышу. Итак, билетов 3, как я сказала, соответственно, и бочонков будет также 3. Вытаскиваем номер 1, и это номер 62. Друзья, это 62 номер. Поздравляем вас! Ну так поглубже. Сейчас залезем в наш волшебный мешок и вытаскиваем номер 61. Надо же, как все идет по порядочку. Если сейчас будет 60, я, конечно, удивлюсь. Но, наверное, нет. Это будет номер 48. Итак, повторюсь. Зрители под номером 62, 61 и 48 отправляются в кино. Каждому достается пригласительный билет на 2. Ну, а если вам, друзья, не повезло, не отчаивайтесь. Завтра будет еще один розыгрыш, а сегодня, прямо сейчас, объявляется очередной наш замечательный такой вот конкурс практически репостов. Делайте, делитесь, чтобы как можно больше людей знало о том, что здесь ровно в 20:55 на телеканале «Самара ГИС» каждый день, будни, мы подводим итоги. Вам повезет, увидимся завтра. До встречи!